Саакашвили был в половых отношениях, в интимных отношениях с украинской певицей Іванно Мілай, которая является дочкой преступника Святослава Мілай. Журналистами телеканала «Гром ТВ» было проведено расследование. Миша, дай пасу! Миша, дай пасу! Мы требуем, чтобы вы вышли и объяснили нам, почему Святослав получил гражданство Грузии. Ждите на «Гром ТВ» совсем скоро.